Alo? Иванова, ваш душка живет на третьем этаже. Забыли? А это второй этаж. До свидания. Через черный ход. У меня есть черный ход? Проваливай, старая дура! Старая дура! Старая? Ты, кажется, забыл, что я моложе тебя? Считаете? В смысле, я думаю, мне стоит зайти потанцевать. Да. Слушай, я вообще-то не хотел говорить. Но у меня сегодня день рождения. И пока он выдался не очень хорошим. Мне нужны люди вокруг. Нет. Я? И знаю, в чем твоя проблема. Тебе одиноко. Как ты узнал? Я это нюхаю. Мне было так ужасно одиноко. Я думал, хоть кто-то придет поздравить меня. Знаю, что ты чувствуешь. Я могу сделать так, что тебе больше не будет одиноко. Ты будешь окружен любовью и смыслом. Это как раз то, что мне нужно. Как мне это получить? Возьми одну из них, и все твои проблемы исчезнут.
зачем ты ушел в туман? Почему ты не остался на тропинке? Если бы ты остался со своим другом-медведем, ты был бы в безопасности. Ел бы варенье и жёг бы можжевеловые ветки. Я слышала, у тебя день рождения. Мой пирог. Я зажгла свечку. Задуй. Почему ты еще в постели? Вставай, давай праздновать. Я готов. Давай праздновать. Прости, я... Товарищ Иванова. Помни, ты живешь на втором этаже. Вот сейчас мне бы очень пригодился тот черный ход. Как мне его найти? Когда твоя девушка больна, купить вино? Привет. А, это не я больная. А ты? Oh,
Ха-ха-ха!